Опубликован список продуктов, которые запрещено ввозить и продавать в нашей стране. Согласно регламенту Таможенного союза, это товары, не соответствующие нормам безопасности. В черный список попали мясная продукция некоторых российских предприятий, латвийские шпроты, несколько видов украинских сыров, алкоголь из стран Таможенного союза и ряда европейских государств, а также перуанский виноград. Полный список можно найти на сайте Комитета по защите прав потребителей Казахстана.